Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Болотная атака». Ну что ж, давайте заберем ежедневную нашу награду. Это 800 монет. Ладно. Так, многие попросили меня поиграть в мультиплеер. Ну, давайте посмотрим. Играть. Кстати, у нас в сюжетке там предвидится сейчас босс. Так что, наверное, надо нам заколбасить его, ведь так... Я думаю, что многие будут только за. Ну, сыграем разочек в мультиплеер. Так, против какого-то дедули. Опять у нас дедули, опять птички. И мы должны с вами сбивать именно этих птичек. Так, ну, где они? Ага. Понеслась, как говорится, жара. Упс, тихо, тихо, тихо. Так, подожди, надо мне, наверное, тоже уже отправлять. Иди отсюда. Вот так вот, чтобы ему было неповадно, да ведь? А то, видите ли, там сидит себе и в ус, как говорится, не дует. Так, птички, хорош, успокойтесь. Отправим туда крысу и еще крокодил. Опа, что-то, ребята... Слушайте, я с реальными игроками здесь играю или с ботами, а? Кто мне скажет? Птичка, иди сюда. Ага, победа. Я получил достижение «Собиратель яиц». Замечательно. Тут, наверное, нет никакого удвоения, да? Я ему, как говорится, всю полоску жизни убрал, и поэтому я выиграл. Ну, давай еще разок посмотрим. Я не могу понять, я с ботами играю или с реальными. Олег, тоже из России. Слушайте, скорее всего, с реальными. Если кто знает, ребят, напишите мне в комментариях. Ух ты, у него... А, ну пушка и у меня есть наверху. Так, вылетели птички, и мы продолжаем. И я отправляю ему сразу вот так вот. Какого-то там, я не знаю, кто это такой. Но я думаю, что он ему понравится. О, ребятуль, смотрите. Здоровится-то как улетает у него, а? Не сладко, парнишки, будет. Смотри, он тоже мне отправляет этих крыс с аркибузами. Но дудки ему. Давай, ребята, мстить. Все, у него здоровья мало, смотрите. Сейчас вот-вот и отдуплится. Соперник вышел. Вот не люблю, когда выходят. Даже если ты проигрываешь, ну... Да сиди ты до конца, елки-палки. Ребята, а тут еще, оказывается, и ранг есть. Я и не знал этого. Ну ладно, уговорили. И еще один разочек. Не забывайте, ребятушки, что у меня очень сильно болит горло. Очень сильно. И мне приходится надрываться. Так что, возможно, ребята, еще будет хуже. Буквально завтра или послезавтра. А может быть, вообще голос сядет. И, к сожалению, останусь я без голоса. И, соответственно, не смогу никак... снимать видосики. Ну что, ребятули, вот я себя назвал. И давайте еще один разочек. Это, видимо, скорее всего, была разминка у нас. Остановить. Неплохо, я вам скажу. Совсем неплохо. А почему я еще должен раз останавливать? Ага, вот так вот. Играть. Да подожди ты, елки-палки. А, видимо, противника ищем или что? В чем проблема? Мне все одно и то же выпадает. Хм, в чем проблема, я не могу понять. Не пойму я, ребят, если честно. В чем проблема, я вот кручу постоянно, да? И мне постоянно выпадает одна и та же комбинация. Прикинь. Может быть, никого нету, а? По-моему, никого нету, ребята, здесь. Ага, вот. Маньяк Бир. Вот что надо было. Надо было подождать, ребят. Когда крутится колесико вот это вот. Мы ищем оппонента. Это что такое? А, мы можем здесь, оказывается, еще эти гримасы, да, с вами ставить. Типа, ох ты. А там какая-то оранжевая птичка была. Ну-ка, давай вот так вот посмотрим. Ну, это, видимо, ему показывается. Да что ты будешь делать? Ну, ребят, сегодня почему-то нам не везет. Пойдемте тогда с вами на основную сюжеточку, да? Раз уж все игроки выходят почему-то. А мы с вами вот здесь вот как бы мини-боссик. Я так понимаю, что это ежик. Вместо яблочек у него бомбочки. И он к тому же в противогазе. Но прежде чем рвануть, нам нужно посмотреть, все ли у нас закуплено. По-моему, все. Все у нас куплено, все у нас есть. Так, посмотрим, что у нас... Ой-ой-ой-ой-ой, по боеприпасам-то мы с вами совсем никуда не годимся. Совсем, ребята. Слушайте, я вот думаю, может быть, вот так и холодильничек взять.
Даже, наверное, ага, предел. Это предел. Два холодильника я только могу. А, нет, не два, у меня деньги кончатся. Все, дорогие мои, отправляемся с вами вот на этот уровень. Выходной с ежами, эпизод 2. Да? Ну-ка. Опа, 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 опачки, ребята. А он не такой и простенький, этот ежик, оказывается. Нате. Ать. Получил? Ать. Ха-ха. Выныривает он мне здесь, да? Так, тихо. Ребят, ежик. Без головы, без ножек. Да что такое? Я думал, добил я его. Вот так вот. Вот так Рэй делает со всеми. Уничтожает просто. Опять рыба. На. Получи. И распишись. Вот так вот. Будь знать, на кого нападать. Ну что ж, смотрите, волна уже практически... Давай вот так сделаем, а? Хе-хе, ежи, ну как вам нравится? Электроразрядка, а? То-то же, будете знать свое место, ползунки. Так, вот это мне уже не нравится. Блин, я заморозил не в нужный момент. Я хотел, чтобы у нас в этот момент рыбка подпрыгнула и тоже заморозилась. Да чтоб тебя... Ты уйдешь или нет, а? Мелкая говнюха. Так, перезарядка. Погнали. Опа. Холодильничек, спасибо большое. Игра, ты меня обожаешь, я знаю. Так же, как и я тебя. Аптечка, ну вообще спасибо. Может быть... Ага, у меня нету. Я думал кислотный дождик пустить на них. Когда проходит крит, вообще классно. С критовки просто три выстрела и все, он готов. Ой-ой-ой-ой, сколько вас тут. Рыбки, хорош, успокойтесь. Да вы что, специально так, а? Ай! Сейчас закусают. Где мой автомат? Мне тут надо сделать вот так, ребята. Они уже бомбят меня. Да давай, 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 давай. Добили. Ух. Да. Слава богу, победили. И, так, сколько мы получаем? Ну, почти 4000 монет. Это уже хорошо. Ребята, а мы с вами продолжаем играть в болотную атаку. У нас 4200. Но я не буду ничего покупать. Я пойду сразу в бой. И здесь у нас какая-то супер-пупер мышь. Опять же, с душлаком на голове и с аркебузой. Если кто не знает, что такое аркебуза, это, ребята, вот такое вот... Раньше было ружье, так называлось. Именно вот за счет того, что у нее дуло вот так расширялось, она и называлась аркебуза. Так, испытания. Нет, на испытания я не хочу. Я хочу сюжетку играть. Поехали. Крыса возвращается. Я уже понял. Как же без нее-то? Ой-ой-ой, какая она сильная, ребята. Ну, в плане того, что она мощная. Так, перезаряжаемся. А если я вот так им сделаю, а? Слушай, шок их очень хорошо бомбит. Вы видели? Электрошок, я имею в виду. Ой, комары! Ну иди ты отсюда. Блин, я кого-нибудь получу, кроме кузена, а? Мне хочется, ребята, честно говоря, еще какого-нибудь нового себе питомца или монстрика. А то кузен как-то вообще загрустил. Сидит, практически ничего не делает. Мух, даже мух не успевает ловить, потому что я их убиваю быстрее. Давай, наверное, возьмем УЗИ. Так, тихо. Нет, не будем их брать. Хотя, блин, этих комаров... Они плюются, ребят, плюются. Вы заметили, что очень редко проходит крит именно по крысам? Я не знаю, может быть, это так и должно быть. А если я вот так сделаю, а? Крысы! Оу! Рыбки, родные мои! Попались, наконец-то, они. В пекло прям в самое. Так, монетки я заберу обязательно. Деньги мне нужны. О, спасибо тебе, игра, за апти... Ах, ты маленько меня подкрепляешь. Я думал, что полностью нет. Так, комарики, вам тут не место. Иди, иди, иди отсюда. Ну, пожалуйста. Ай! Давай так сделаем. Бинго, отлично. Шикандос. Ребята, это был последний враг. И у нас новое достижение — стрелок плюс 1000 к опыту. Ух ты, и денег неплохо получим. Да, получили. Я хотел, ребят, посмотреть рекламу, но забыл совсем. Так, ну что, я думаю, что нам надо... погоди секунду.
боеприпасы. Обязательно возьмем боеприпасиков. По максималочке, да? Улучшить УЗИ. Ну, я думаю, что не стоит. А вот насчет обороны. Обороны. Я сделаю, ребят. Я сделаю себе оборону. И, наверное, мы с вами прикупим, знаете чего? Вот немножечко батарей. И, скорее всего, нам пригодится холодильничек один. Да, он выручает иногда. Ну что ж, продолжаем, ребят, с вами путь. 14 уровень. Потом подарочек какой-то будет. Я обожаю подарки. Конец света, да неужели? Быть такой... Охо, тихо. Не надо, бобры, отвяньте. Ай! И аркебузщики идут. Придется вот так сделать. Давай, перезаряжайся. Подбили. Иди отсюда. Будет мне еще стрелять. Что это? О, спасибо вам за кислотный дождик. Я думаю, что он мне пригодится. Аптечка? Так, давай еще одну батарейку бросим. Я ведь их именно для этого и покупал. Ой, как хорошо, ребят. Опа-на! А там еще и ежики подбегают. Блинский. Погнали. Упс. А УЗИ-то, смотрите, как плохо их бомбит. Еле-еле успел. Ну, только не эти мухи. Ну, елки-палки, зачем эти мухи сюда прилетели? Я надеюсь, здесь не будет бобра, босса. Не хотелось бы, честно говоря, чтобы он тут был. Так, шикарно. Давай, Рэй, наяривай. Тут осталось совсем немножко, и скоро уровень будет пройден. Давай пока перезарядимся. Идут охламоны, аглоеды. Ну, я им сейчас устрою. Так, аркебуза. Иди ты отсюда. Подбил я его. УЗИ врубаем. Ну, ну что ты как телепунька. Придется вот так делать. Вот М16, мне кажется, получше будет. Хотя УЗИ, вот в ближнем бою, наносит колоссальный урон. Разблокировано, ребят, какие-то колья или шипы. Наверное, колья это, скорее всего. Это, опять же, наверное, как для обороны, да? Угу. Ну что ж, давай глянем. И мы получаем почти 4000. Поехали далее. Так, ну что, надо посмотреть, что это у нас за пики. Вот оно что. А делают они, защищает дом и ранит подобравшихся монстров. Мне не хватает, чтобы это купить. Обидно, печально, да ладно. Успеем накопить и обязательно, ребят, купим. Так, все по максималке. Мне осталось, знаете что, улучшить... А, два раза еще нужно улучшить дробовик. Ну, цена, конечно... Какая-то жесткая цена. Так, возьмем два аккумулятора и, пожалуй-ка, холодильник есть, дождик есть. Я, наверное, возьму парочку коктейлей. Никак у меня не получается накопить, ребята, деньги. Хоть ты тресни. Слушай, а почему испытание у нас вот так вот горит, а? Куда я нажал, елки-палки? Нет, я не хочу, ребят, я не хочу. Быстрая миссия. Ну ладно, давайте посмотрим, что она нам дает, это быстрая. А почему такой туман? Мне всего лишь дали М16. 48 пулек в нем. Молодцы, молодцы, ничего не скажешь. Горите, гаденыши. Самое обидное, что патронов-то все кончились. И как мне быть-то, эй? Вот как мне быть здесь без патронов? Я не понимаю этого. Быстрая миссия называется. Кузен, давай, бомби его. Даже канистры, ребят, просто так у нас. Ну все, грубо говоря, меня сейчас тут разобьют. Офигеть, что это за уровень такой, в котором дают всего 48 патронов на все про все? Ну давай ты уже быстрее бомби. Тут можно уйти. Ладно, подождем, пока он меня разбомбит. И, наверное, это, ребята, был последний крокодил. Потому что... То есть, да, мне не хватило совсем чуть-чуть. Вот я лузер, а. Ну я же не знал, я думал, что мне всего 48 патронов дали на всю миссию. Нет, я не буду ничего тратить, не надо.
И вообще я хотел не сюда пойти, если честно. Ладушки, ребят, не будем тут, как говорится, издеваться над вами и над собой. Поехали сразу выполнять миссию. Причем, посмотрите, пятница 11, так, 3, точнее, 11 число марта 83 года. Неопознанные летающие диски. То у них НЛО неопознанные, то теперь диски. Ну иди сюда, хламон, сейчас тебе дам жару. Опять у меня, ребята, все свистнули, да? Эти пришельцы знают, что тырить. Кстати, потом, наверное, мы с вами поиграем в Tower Conquest. Чё-то мне захотелось. Вроде бы голос разработался, но, ребят, когда встаешь с утра, он болит. Не голос, а горло. Так. Ну. Ай, не успел. Давай, перезаряжайся, Джо. Сейчас у нас ответственная с тобой работа. Надо дождик запустить. Нормуль. Ребят, меня они бомбят, бомбят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да иди ты отсюда, летаешь, надоело уже. У меня очень мало здоровья. Очень мало. Так, ну что, у нас с вами две батарейки. Один кислотный дождик. Пока я тратить не буду, не хочу. Кислотный дождик нам выпал. Поехали. Ну, нормуль. Так, пол волны уже прошло. Грубо говоря, это только начало. Я ненавижу этих рыбок, вот серьезно вам говорю. Я их терпеть не могу. Да уйди ты! Горите, гаденыши. Пускай у меня пока перезарядка идет. Потом с вами купим эти колья, которые там нам открылись. И посмотрим, что они делают. Так, ребят, мне не нравится вот эта затея ихняя с этим хрывок. Отлично, подбил. Это у нас, по-моему, последние ребятули-монстры. Да давай ты... Нет, я не буду тратить. Ребят, я не буду тратить. Я лучше еще разок переиграю. Потому что эти штуки нам пригодятся дальше, я больше уверен. Здесь просто нам нужно взять еще один аккумулятор, и все. Так, ну что, не прошел я, да, этот уровень? Перепроходим его обязательно. Стырил, стырил, и довольный такой, а? Жирная летающая тварь не атакует, но поесть любит. Поесть. Точно тварь, ребят. Еще какая тварь. А почему, интересно, ежики здесь идут в противогазах, я не могу понять. И вообще, какого фига он делает на болоте, если так по большому счету брать, да? Е! Подловил я ее. Опачки, а у меня что? А, у меня вообще ничего нету. Покупал, называется, аккумуляторы, блин. Ой, дурило, ребята. Да что ты? Вот эти пираньи больше всего мне наносят урона. Больше всего. Давай, Джо, перезаряжайся. У меня вообще ничего нету. Представляешь? Нет, можно было бы, конечно, и перец включить. Но не хочу. Серьезно, не хочу тратить его здесь. Так, у нас пол волны прошло. Сейчас опять будут рыбы. Сто пудов будут бежать, лететь, плыть. Так, дай-ка я тарелочку подобью. Ну, вот они и появились. Ага. Так, что я хотел? Хотел заморозку сделать. УЗИ, поехали. Ну! Все равно это на халяву, ребят, поэтому можно тратить. Шикарно. Ну что ты опять тут... Ага. Подловил по... Ну! Вот она.
Так, запускаем дождик. И батареечка тут выпадает. Вообще отлично. Давай наяривать. Вот это я называю по красоте было. Да иди ты. По-моему, все, ребят, волна пройдена. Да ёпрсэте, что ты? Волна пройдена. Да, возвращает нам наше похищенное. И... о, надо посмотреть, ребят. И мы получаем 4280. По-моему, сейчас мы с вами приобретем те самые колья, да? Именно они. Где они тут? Так, это у нас в обороне. Да елки-палки, у меня 4500. Понятно. Не будем тогда с вами ничего тратить. У нас открываются адские уровни. Нормуль. Кстати, нас ожидает подарочек вскоре. И босс уже недалеко. Ну-ка, ну-ка, поехали. Так, все только начинается, понятно. Все только начинается. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Хорош, стоп. Да что ж ты, что ж ты будешь делать, а? А! Жара пошла. Причем так сразу. Ну, давай-давай-давай. Пробиваем этих олухов всех. Что-то их как-то плохо берет М16. Поехал аккумулятор. Замечательно. Дай-ка их тут прикокошу всех. Нормуль. Ой, крокодильчики идут. А у меня есть? Есть. Вот вам подарочек от Рея. Жарим. Так, что это у нас тут? Спасибо вам за патрончики для УЗИ. Пока нормуль. Ну куда ты бежишь? Ну куда ты? Куда ты плывешь, гадина мелкая, а? На, получи. Был бы какой-нибудь кот, ребята, здесь, да, который бы мог ловить именно вот этих вот рыбок. А может быть, он здесь есть? Фиг его знает. Комары! Ай, как все тут не вовремя. Я боюсь даже представить, какие враги будут дальше. Понимаешь? Боюсь представить этого. А давай их вот так вот, кислотным дождиком. Они боятся огня, пускай горят. А рыбки не боятся нифига, посмотри-ка. Плывут себе, наслаждаются жизнью. Да елки ты палки, ты... ты будешь бить? Подбомбил наконец-то. Что-то не то, да? Не вовремя у нас заканчиваются боеприпасики. Нормуль, прошли мы с вами. И неужели мы с вами открыли огнемет? А вот это круто. Даже 100 патронов к нему. Хм. Так, что? Надо смотреть, наверное. Воу, 5760. Вообще шикарно. Но тут, ребята, пахнет дело боссом. И вы знаете прекрасно... так, пики. Пики, пики, пики. Покупаем. Ага, у нас еще 5000 остается. И давайте-ка, наверное, посмотрим, что у нас тут. Огнемет. Я куплю. Я пока не знаю, как это работает, но покупать надо. Все боеприпасы себе заполню, потому что там будет скоро босс. Так, кислотный дождик. Нам, наверное, нужен... 800 стоит. Ребят, кислотный дождик, видно, круче всего, раз он столько стоит. Даже круче, чем батарея. Хм. Ну, я почему-то думаю, что вот батарея лучше, по крайней мере, для меня. Так, ну что же, 17-й, предпоследний уровень от босса. Поехали. Поехали, будем шуршать. Злой бобер, даже вот так называется у нас уровень. Видимо, здесь будет у нас, опять же, босс этот, бобер большой. Мне вот кажется так. Могу ошибаться. Хотя, смотри-ка, там какой-то мелкий ползунок ползет. А ну-ка вот так вот мы сделаем. Ребята, они наносят мне урон. Наносили. Все-таки у дробовика очень быстро заканчиваются боеприпасы. Очень быстро. Нет. Только не эти жирные твари. И не комары. Бобер, действительно, ребята, идет бобер. Дай-ка, я проверю огнемет. А что он так... а что так паршивенько-то?
Я думал, что он будет нормально так бомбить. Так, вон ту муху нужно поджарить. Давай. Кузен, ну почему ты не бомбишь его? Так, а теперь давай положим вот так аккумулятор и попробуем сжечь его. Так, ребята, он ко мне все ближе и ближе и ближе и ближе и ближе. Ну я его... Так, надо замораживать нафиг. Это не дело. Эй, а что ему... А, видимо, я его заморозил, но огнемет его разморозил, да? Хе-хе-хе. Не на тех напал, сосунок. Так, перезаряжаемся. И еще бобер идет. Ты прикинь. Ну-ка, да я вот так вот. Горите, гаденыши. Есть, лопнули они. Так, выпускаем дождик. Называется, ребята, я сэкономил боеприпасы. Я все растратил, что только мог. Офигеть. Да я этого гада буду жарить. Но это последний, ребят, бобер. Последний. Ну-ка, дай-ка еще батарею брошу. Не хочу, чтобы он меня нахлобучил. Далее мне тоже... Чувствую, скоро будет босс. Я, кстати, тоже это чувствую, Джо. Поэтому... Поэтому я даже не знаю, что нам делать с тобой. Нам дали немного боеприпасов для того, чтобы мы якобы могли как-то противостоять боссу. Оу. 3770. И мы получаем 7540. Слушай, ну этого должно хватить нам для покупки боеприпасов. Всех. Так, ну что, давай, наверное, прикупим с тобой... Динамит я не хочу брать. Босс наверняка будет не один. Так, покупаем огнемет. В обязательном порядке. Так, УЗИ. Слушай, а может быть вместо УЗИ взять М16, а? Нет, оставим УЗИ пока. И, наверное, нам надо взять вот так. Давай еще один возьмем. И кислотный дождик. Так, ну что, ребята, я готов к боссу идти. Поехали. Блин, елки-палки, у нас энергии нету. Кто-то мне говорил, что вроде бы в испытании или где-то дают бесплатную энергию. Ну здесь я боюсь, я все потрачу. Это не вариант. Может быть в мультиплеере? Давайте посмотрим, ребят. А, я даже сюда не могу зайти. Плохо. Плохо, ребята. Хотел пойти на босса, но, как видите, энергия у меня закончилась. Поэтому нам придется с вами ждать. Да. Ждать, когда откатится. А это, ребята, будет уже, наверное, в следующей серии. Как видите, у нас босс, судя по всему, какой-то мух. Комар, жук. Я не знаю, как его назвать. И мы потом перейдем с вами в эпизод 3. Ну что ж, дорогие мои друзья, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Так что всем пока и удачи.